очень хочу здесь учиться. Хорошо. А на каком инструменте? Я не знаю. Тогда давай зайдем, посмотрим, какие инструменты есть в школе. Ну, пойдем. Ой, вы гусли мои, ой, вы гусельки, гусли ладные, гусли складные. Ой, вы спойте мне струны тонкие, пробудите мне гусли звонкие. Эти слова посвящены уникальному русскому народному инструменту гусли. Этот древнейший инструмент получил свое название из-за гула, возникающего при переборе струн. Их звонкий, но в то же время нежный и мелодичный голос может изобразить и колокольный перезвон, и журчание ручья, и даже пение птиц. Тембр гусли мягкий, мелодичный и переливчатый. Этот инструмент упоминается в былинах, сказках и песнях. Самый известный сказочный герой – гусляр Садко, который прославляет своими песнями под гусли Великую Русь. Балалайка, балалайка, веселей заиграй-ка, чтоб печали все ушли, чтобы ноги в пляс пошли. А для этого нужны балалайки три струны. Именно таким ярким и жизнерадостным является инструмент балалайка. Несмотря на небольшой размер треугольного корпуса и достаточно мягкий звук, она обладает богатыми акустическими возможностями. Весело и легко звучат исполняемые мелодии на этом инструменте. Балалайка – единственный русский народный инструмент, которому установлен памятник, а у музыкантов-балалайшников даже есть свой профессиональный праздник, который отмечается 23 июня. Ее любят и почитают не только в нашей стране, но и за рубежом. Играет, а не гитара, деревянная, а не скрипка, круглая, а не барабан, три струны, а не балалайка. Это загадка про старинный русский народный инструмент домру. Она была самым любимым у веселых музыкантов-скоморохов. Считается, что домра является прообразом балалайки, ее старшей сестрой. Главное отличие домры от балалайки – это круглый корпус инструмента, похожий на разрезанное яблоко, а также способ игры. Звук извлекается не пальцами, а специальной пластинкой, которая называется медиатором, что делает его ярче и звонче. Еще 5 лет назад этот инструмент был малоизвестен слушателям, но за последние годы домра становится очень популярной. Ее голос звучит как на лучших площадках России, так и за ее пределами. Звенит струна, поет она, и песня всем ее слышна. 6 струн играют что угодно, и инструмент тот вечно модный. Он никогда не станет старым, тот инструмент зовем гитарой. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который не знал бы этот инструмент. Благодаря своей многогранности и доступности в освоении, она завоевала всеобщую любовь. Звучание гитары очень разнообразно. Ласковый и нежный тембр может баюкать, успокаивать, петь песни и колыбельные, а может шуметь, стучать, как капель или дождик. Под звуки гитары можно петь свою любимую мелодию, а можно под ее аккомпанемент танцевать четкий ритмический испанский танец фламенко. На нашем отделе существуют сложившиеся детские коллективы: унисон балалайшников, младший ансамбль домристов, старший ансамбль домристов, дуэт гитаристов Камерата Фигурата, ансамбль гитаристов Абертон. Также на отделе существуют 2 педагогических коллектива – квартет преподавателей и смешанный ансамбль. Всем добрый день! Я являюсь родительницей учащегося народного отдела Семина Тимофея. При поступлении в Центральную детскую школу искусств не возникло никаких вопросов при поступлении, куда мы будем поступать. Точно народный отдел, так как закончил его мой старший сын. Это самый дружный отдел, который есть в школе. Здесь учиться просто большое удовольствие. Самым большим детским коллективом является образцовый детский коллектив Московской области «Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика».
Его численный состав – более 70 учащихся школы. Педагоги и концертмейстеры народного отдела – настоящие профессионалы, которые безгранично преданы своему делу и ответственно относятся к процессу обучения ребят. Каждый имеет свой стиль работы, в котором главным критерием является индивидуальный подход к ученику. Приходите к нам учиться!